понадобится 4 яйца свежие, 400 грамм муки, 150 грамм кефира, 130 грамм подсолнечного масла, 300 грамм сахара, 2 столовые ложки полные какао-порошка, 1 пачка разрыхлителя. Взбиваем яйца в одну посуду, желток и белок. Этот кекс делается очень быстро. Все ингредиенты, по сути, смешиваются миксером в одной миске, в одной посуде и выпекаются. Добавляем порошок, разрыхлитель в яйца и тоже перемешиваем. Добавляем сахар, весь высыпаем. Сахар разбиваем миксером до тех пор, пока он не растает, ну где-то минут 4, скажем, 5. Сахар растворился или нет. Вот берем ложку, запихаем, и вот так с другой стороны, вот пальцем попробовали, и слышно, есть ли сахар или нет, надо еще взбивать или нет. Вот Кристина уже все хорошо взбила, уже не надо больше взбивать. Сахар не слышит. И сейчас добавляем кефир весь. Доливаем подсолнечное масло, выливаем все и тоже взбиваем. Вот это я все снимаю в прямом эфире. Вот как делает Кристина, так я и снимаю. Вот это время нужно на приготовление вот кекса. Берем столовую ложку муки, так не полную, скажем. И досыпаем в какао. Оставляем. В сторону оставляем. А всю муку высыпаем в тесто. Вот уже взбилось вот так. Хорошо, все перемешалась мука. И сейчас отделяет немножко, переливает половину, ну меньшую половину, скажем, в отдельную посуду. И в нее пересевает муку. Обязательно нам нужно пересеять какао вместе немножко с мукой через сито. В это же тесто. Это у нас получится черная часть кекса. И тоже взбить миксером хорошо. Намазываем форму для выпечки кекса маслом сливочным. Очень хорошо намазываем, таким достаточно большим куском. Вот так должна быть намазанная форма. Хорошо, тщательно вся. Достаточно масла должно быть. И сейчас выливаем сначала белую часть вниз. Ну, это уже по вашему даже и вкусу. Можно выливать сначала черную, потом белую. А потом черную сверху. Ставим в духовку на нижнюю полку
180 градусов разогретую на 40 минут. Готово, вынимаем. Переворачиваем. О,